Это не только с медведем. Ты просто вот, чтобы он не только прыгал, а походил. Ну и так он за рукой. Оставь пока медведь-то. Не на, вот, чтобы он так вот ходил по полу, а не скакал. Наоборот, только диван. Хотя, что тут? Нормально, в стойке он стоял. Хорошо. Не обязательно, что все время ходил. Я все равно потом музыку приделаю, так что можешь. Вот пусть стоит. Не давай ему. Показывай, но не это. Морда. Не боком его ставь, что мне задница. Ну я ставлю боком, что тебе. Не, он стоял задом. Какая. Ты ему высоко подними, чтобы он не это. Просто смотрел и не прыгал. Да пошел. Эй, морда. Теперь этого медведя пусти на пол, повози там по полу, чтобы он с ним это, его кусал там. Ну ты прям немножко повози, пусть он его треплет. Пусти его, может, будет сам драться. Что дальше, не знаю, что делать. Вот эта игрушка не нравится, я многих снимала щенков. Еще не соображать, что с ним делать. Что, не интересно, что ли? Эй! Морда. Подожди. Сейчас разберется. Что-то с ним можно сделать. Не хочешь? Никогда с ним не играл, не знаю, что с ним делать. Его сообразил, видишь. Сыграю с ним хорошо так прям позировать на камеру. А вы не отвлекайте там. Пищат. Чего там занюхал? Чё занюхал? Наигрались уже, конечно. Чё-то надо снимать пока не. Сейчас уже вижу, что это за игра.